Я обвинял и сажал людей. Говорить будешь, урод! Доказано, значит, виновен. Я всегда считал, что даже если один из 100 был осужден безвинно, это издержки. Один на 100 ничтожно малый процент. Миша! Сынок, ты слышишь меня? А если он невиновен? Я решил стать адвокатом. Мы могли бы работать вместе. Вот это интересно. Начинайте. Вам все равно, кого защищать. Лишь бы были деньги. Я, к счастью, имею такую счастливую возможность не иметь дела с людьми, которые мне не симпатичны. Я участвую. И что вы делаете, когда ваш подзащитный отрицает свое вино? Мы проводим собственное расследование. Нравится это кому-то или нет? Вообще дело-то полистайте немножко, а? Мы не листать сюда пришли, а расследовать. Расследовать зубами надо грызть, зубами! И в итоге приходим к истине. Это же неправда, трафик продает. Рано! Напрасно вы взялись за это дело. Смотрим, посмотрим. Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Если клиент, которого мы защищаем, оказывается виновен в убийстве... Он будет сидеть в тюрьме. Скажи мне правду, иначе я не смогу тебе помочь. Ну вам-то, Трофим Петрович, зачем этот геморрой? Не всех злодей, что часом лих. Да он виновен! Сопляк ты, а не адвокат. Ваша честь, мне не нужна такая защита. У тебя против меня ничего нету. Надо будет повесткой вызвать. А вы что тут сидите? Я что вас просила? Защищать! Если вы выиграете это дело, вы отсюда не выйдете. Понятно вам? Надо кончать. Жить он не должен. Они бы вас там и положили. Да, это бы мы еще посмотрели. Я бы посмотрел. На ваше бренное тело. Не дождетесь. Вы выстрелили 3 раза. Еще раз выстрелил. И еще раз. Ты кто такой? Конь в пальто. Его адвокат. Я должен его защищать. Да я тебе... Стрельцов очень не любит внезапных визитов. Вы позволите задать вам несколько вопросов? Вы ведь, скорее всего, представляете себя неким литературным персонажем, типа Нира Вульфа. Ведь на самом деле вы другой. Вы простой, тупой, узколобый мент. Не могу.